Так, ребята, всем привет, с вами Михаил, продолжаем проходить Dead Space 2, всем приятного просмотра. У нас, собственно, глава 5, по заданию мы идем навстречу команде Диане, да, встретиться с командой Дианы, чем-то, вот наш путь пока лежит туда. Ранение есть, все есть, в общем, поехали. Птица вроде спокойная, не должна как бы орать, свистеть. Так. Типа снег, что ли, да? В космосе, по сути, холодно. Изморозь. А, опять два пути. Дабы что-то не пропустить, сейчас мы тут пробежимся. Что такое? А, спасибо. Да, ну, снайперскую винтовку, кстати, приобрел в прошлой серии. Ну, пока она такое сидела. Слишком прям точечно бьет. Что у меня, кстати, по патронам и аптечкам? Две аптечки, так, три стазиса. Патронов у меня для резака стандартного хватает. Все в порядке. Приноси это такие двери прям. Ух, ёпта. Эти глюки, что ли, какие-то. На самом деле, ну, страшновато, страшновато. Погоди-ка, а с другой стороны тоже есть коробка. Да. А я пропустил, что ли, здесь? Получается так. То есть тут тоже с двух сторон. Сейчас мы, ребята, дело проверим. Даже не закрывай дверь. Нет, тут нету. Тут только с одной стороны. Все, открывай, открывай. Ну, как бы патроны не лишние. Там, может, аптечки там или еще какая-нибудь полезная штука. Опять такое же, да? Помещение. Опять коробочка. Оттаившие тела. Так, исполнительный отчет. Температура у спальницы. Работник у спальницы Сизл Джей. Ладно, кому надо на паузе прочитает. По кругу я явно не бегаю. А впереди там кто-то есть. Я малеха раненый, плюс у меня еще две маленькие аптечки. Опа. Короче, это как какие-то гробы, замороженные там тела, то ли монстры. И двое из них разбитые. Явно кто-то выбрался отсюда. Да? Ребята. Блин. Ты как же так-то? Ребят, я не знаю как, но у меня реакция сейчас была, блин. Простите. Прям. Нахер они так делают-то? Ну-ка, прыгайте. Сразу не хотят, ладно. Долго я буду по этому моргу ходить? И тут ни конца, ни края. Почему-то у снайперки только 4 патрона. Где он? Кто?
Слушайте, я вот с утра серию записывал, да, вот предыдущую. Мне не так страшно было, как сейчас на самом деле. Может, надо играть? Соном положение, не? То есть не положение, простите, сказал. Не то состояние. Ну, нормально, нормально. Стрёмно, стрёмно. Реакамеры какие-то, которые размораживаются время от времени, а тут вылазят эти мутанты. Подожди, подожди, братень, братень, братень. Что-то мы с тобой не обсудили. Кислотой меня, братишка. Тут точно не станет. Кислота так жрет еще постепенно. Так, давай пока снайперскую используем, но... Патронов дабы на нее побольше, ну как побольше. Поистратим побольше. Так, на резак у меня 13. 53. Да, можно снайпу пока попользовать. Использовать. Так. Что-то тут должно быть. Вижу стазис. Не наверх. Вот прочтем. Наряд на выполнение работы. Так, номер, проблема. Гробы из усыпальницы, застрявшие на конвейерной ленте. Так. То есть, по сути, доставляет что-то гробы, обнаружил один гроб, застрявший. По сути, мне что-то надо механическую туда починить. Гравитационный контроль отключен. Вообще-то твою мать было написано. Ну да ладно. Нет, что делать-то? Алло. Стой, 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 там что-то лежало, ребята. Последний момент заметил. Сейчас поднимусь, покажу. Мы сюда сейчас вернемся. Мы вернемся. Какой-то шар. Много стазисов. Головоломка, да, небольшая. Вот прямо по курсу лежит, видите? Золотой полупроводник. Он все-таки деньжат стоит. Тут нет ничего. Давайте уж так сказать, не пропускать это все дело. Да, вроде больше ничего нету. Все, теперь вниз едем. Так, тут что у нас? Стазис, стазис. Так. Должен. Схема. Труборез. Силовой узел. Да ты погляди. Что-то сейчас будем делать, ребят. Помните, синенькая, да, должна быть полосочка. Крутим мышкой, синенькую полосочку ловим.
Так, что-то мы вызвали. А. Схемы включены. Так, тут что мне делать? Стазиса. Понятное дело, стазиса. Так, вижу какой-то номер. То есть не номер, а определитель. Фиксирует по ходу стазисом, да? Ну давай. И следующий, да? Вроде как правильно сделал. Ну и, а что дальше? А, тут типа еще две, да, вылезло. Давай. Там с одной стороны и с другой стороны. Правильно. Оставить зарядим. Так, что еще? А, вот еще появились. А, получается, что здесь появится, да? Хорошо. Ну, вроде как бы задача не тяжелая, да, так-то? Не получилось? Это у меня не получилось, подождите, ребят. А почему не получается? Не понимаю. Может быть так? Что-то у меня не получается. Вроде все так же делал. Опускаем. Пьем. Опускаем. Она уже отваливается. Может, сразу тогда? Не, не уходит, не уходит. Что-то у меня не получается, неправильно делаю. Так, ну хорошо. Так, эти я примораживал таким способом. Опускаем. Примораживаем. Она крутится. Опускаем, примораживаем. Она крутится. Может, так поможет? Что-то забубенил, ребят. Правильно. Я, короче, стазисом, другую стазисом, потом опять эту стазисом, еще одну третью опустил стазисом. Все, разобрался. Так, хорошо. Ну, сама система просто понятная до безумия. Угу. Я понял, что нам надо наверх. Как мы это делаем? Z там летать? Как летать-то? А, Alt. Alt, точно. Ускоряемся. Все хорошо. Там еще стазис есть.
0, приземляемся. Окей. Так, ну мне надо туда. Показывать туда. Так, это гробы, да? В усыпальницу летят. Опа. Быстренько залетаем. Вот я здесь. Это схема. Подожди, подожди. Да, приземлимся. Совсем понимаю, куда нам и что нам. Ага. Контроль что-то там. Включить. Зона гравитации. Айзек, что за счет? Они глушат мой сигнал с помощью какого-то мобильного устройства. Кто-нибудь определите частоту работы глушилки. Подожди, а что я сделал-то? Какой-то гроб. Я, в принципе, ничего не сделал. Включил гравитацию, настроил какую-то систему. Что ты просто следовало, да? Ну, как бы делать. Так, нам... Климат-контроль. О, ребят, спасибо. Магаз, магаз. Это мы уважаем. Угу. А средняя аптечка, труборез. Так, труборез. Давайте посмотрим, что у нас тут. Вот, аптечки у нас есть, а проводник нам надо продать. Одну аптечку переместить. Патронов у нас вроде хватает. 30-41 на такой патрон. На лазерный пистолет у меня 8, на винтовку. Плазменная энергия. Это все хватает пока вроде как. И тут как бы патроны мне тоже, да? Запас у меня небольшой. Походу что-то нового, чтобы загрузилось, я не знаю. Тут вроде у меня всего. Детонатор, силовой резак, лазерный пистолет. Наносит на 5% больше урона. Вот это тоже, кстати, актуально. Но у меня астазис на 10. Кстати, вот как бы посмотреть. Я... Давай отсюда выйдем. Смотреть, какая у меня броня-то. Могу ли я это сделать? Походу нет. Или как-то... Как я в тот раз смотрел? Обучение, глава 5. Нет, тут, по-моему, не надо, нельзя. Костюм у меня боевой костюм. Броня 15, воздух 160, ну и 15 ячеек. Ладно. Хотя, с другой стороны, я, по-моему, могу посмотреть, знаете, каким способом. Вот отсюда. Литой инженерный костюм. Дополнительно 15% к уровню здоровья при использовании аптечки. Окей, поехали дальше. Так, там прямо. Климат-контроль. Тихо, тихо. А, верстак вижу. Сохранение. Кто тут? Кто тут? Где свет? Кто выбежал? О! Так, деньги, деньги, деньги. Этому люблю. Раз что тут увалялся, да не один. И гроба, или как они, криокамера. Ага. Но тут нет никого. Куда-то двигать можно. Куда тебя двигать-то? Что, что ли? А, видно. Все понятно. Короче, за этими криокамерами, ну, гробами, у нас сохранение, и у нас надо в трубу ползти. И вот эти вот штуковины загораждают проход. Сейчас мы их подвинем. Да, посмотрим верстак.
Два узла. Стазис модуль. Что мы можем взять? Заряд, заряд, атака, энергия, дополнительное время. Так, а если я возьму заряд? А, нельзя потом дополнительное время. Так, как лучше поступить? Давайте-ка я, наверное, лучше возьму вот это. Энергия. Короче, раз, два, три, четыре, пять. Пять узлов, я думаю, не проблема будет сделать. Этому броня пока не надо. Пять узлов. А то можно... Я хочу все посмотреть, что за спец. Спец какой-то. Потом, я думаю, вот этот вот резак можно качать потихоньку. Вот резак и пистолет. Чем? Придерживаемся такой, как бы, тактики, что один узел на комнату, если пригодится где-то запас. А другой узел... Ой, другой узел. А, качаем стазис. Вот я не знаю почему, но как бы первым делом. Потому что вот даже Анатолий вспоминает, что советовал в первой части качать стазис. И реально он как бы спасал. То есть давал дополнительное время в плане замедления там дверей, монстров и так далее. И такие звуки прям. Вот представьте, да, вы одни в этом космосе. Опа. Айзек, что делаешь-то? Че падаешь-то? Вот уж шуршит. Главное, упал в какую-то, блин, библиотеку. Знаю, кто там, что там. И куда нам? Тут очень много всяких патронов в одном месте. Секундочку. А, в горле что-то запершило. Кофейку надо. Так. Может, где-нибудь силовый узел? Давить. Нету, нету. Обычно что-то должно, знаете, как блестеть, манить. И по поводу секретов, как-то тут непонятно, есть тут они вообще, эти секретные комнаты. А то я в первую часть вот по комментариям там, по, ну, не комментариям, сообщениям ВКонтакте. Нашел комнату, так сказать. Кому-то, может быть, она и на пользу пошла. Лазерный магазин. Ага. Сейчас кого-нибудь кулуном-то мы... Не-не-не, подожди. Ребят, слишком много оружия. А это что-то... наводит на мысль. Сейчас будет месиво. Главное выжить. Смотрим внимательно. Это хомяк, что ли? Друзья, сколько ж времени-то прошло-то? Подожди, у меня где-то снайпа была. И вот еще такая, да, тема. Снайперская-то почему-то убивает без всяких
Отрубание конечностей. А, у него альтернативный огонь, типа прицел. Вот оно как. Прикольно. А я все думал, как можно, ну, если снайперской там прицеливаться. А вот, пожалуйста, на пробел нажимайте альтернативный огонь. В общем, все равно снайперская что-то для меня непонятно, как она так убивает. Вроде обычно либо бомбами, но там понятно, что разрывает все. А тут она чисто одним выстрелом, ну, двумя, выносит. Опять какие-то тут эти сектанты, блин. Это мы в самом обелиске лазим. Приноси. Такое залище прям. Ничего себе! Тихо, тихо, тихо. А попробуй вот этой точкой-то попади. А можно переключить оружие-то? Блин. Опа, детишки и некроморфы. Детский сад зовет, бля. Подожди, подожди, братан, 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 подожди. Прикольный снайпа, ребят. Опа. Ты охренел, что ли? А ну, Кась. Жми Е-то. По почкам ему. Кто там? Где там? Ага, прикольно. Ладно, в общем, броня у нас нормальная. Тащит удары. И отлетаем сразу, так сказать. О, мутантов-то тут, а. Меч. Ладно, один патрон остался. Снайпу. Неплохой, неплохой замес. Мне понравился. В общем-то... Я здесь-то, куда пошел-то? В общем-то, смотрите, снайперская эффективно, я думаю, против вот этих хомяков будет. Вполне себе. Против вот этих вот детей. Ну, некроморфов, малышей. Да? Правильно? Правильно. Значит, следует что? Надо взять, раскачать обойму на снайпу. Нет там никого. Собственно, куда мне надо-то? Понял? Здорово. Там какой-то... А, эти, эти. Дворецкие, дворецкие, елки.
Они же совсем забыли, ребят. Так, отлично, перезаряжаем. Давай-ка еще вот так посмотрим с этой стороны. Труп валяется. Окей. Рюкзак полон. Серьезно, средняя аптечка. Некуда взять. Все. Использовали маленькую. Так, а давайте посмотрим. Задача. Магазин. Показан. Верстак не показан. Точка сохранения прямо. Задача. Что это за водолаз-то? Это стрёмный. Стрёмный водолаз. Я вижу, что как бы, да, проходы есть, опять какие-то пульты эти ваши тут. Что с тобой творится, Айс? Блять, что ж вы так пугаете-то? С чего бы это? Правильно, игнорируй боль, похорони ее внутри, и пусть я сгнию, пусть истлею. Бедный Айзек. Уже плющит. Вызвали лифт, ставим, ждем. Ну хорошо, что хоть тут не как в прошлой части. Типа ходишь туда-сюда, а задание можно просто по прямой идти. Я, говорит, почти у цели. Красиво. Едем, 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 едем. Ядрить, колотить. А вот этот нежданчик. Вот я вот хочу заметить, что много очень таких моментов, что прям... Можно труханы сменить пару раз за серию. Так. Патроны мне нужны. Ну, деньжат тоже не помешает. Кстати, сохранение есть. Узел даже. Детонатор. Возьмем, возьмем, конечно, схему. Типа сохранения, а да, почему бы и нет. Полюбас надо. А вот это вот уже, вот это вот неправильно. Хотя. Что у нас неправильно? То у нас восстанавливает заряд стазиса максимум, так, 3. Максимум 3. Они одинаковые? Нет, да, они одинаковые. Бросим их, да и все. Сами зарядимся. Правильно я иду? Да вроде правильно, все нормально. Вперед. Оп. Вот отряд Дианы, что ли, тот самый? Опять нас накололи. Меня в покое? Ты очень опасен, Айзек. Комитет не отстанет от тебя, они боятся, что ты уничтожишь обелиск. Кстати, ведь это ты его создал. О чем ты вообще говоришь?
Мы ведь за этим тебя сюда и привезли. Чтобы делать для нас обелиски. Чтобы начать великое воссоединение во всей галактике. Да вы тут все просто спятили. Отдавай лекарства, и я сваливаю нахуй. О, мы не собирались лечить тебя? Твоя бесценная головушка нам нужна именно в таком виде. А теперь будьте любезны проводить Айзека к челноку и поместить его в стазис. Не хватало еще, чтобы он умер. Кло, блядь, с ноги ему. Тихо-тихо, держись, братёня, держись. Куда ты полетел-то? Стой. Обшивку не порть. Бери трубу и бой, тихо. Нажимаем Е, быстро, Е-Е-Е. Так, все нормально, мы выжили, выжили. Давай, карабкаемся. Е, жмем, нет? Куда ты нас занесло? Ух, ёпта. Ты еще кто, блядь? Он сам бежит, что ли? Ага, получил. То есть по этой клешне надо пулять. Дай стрельну-то. Все, отлупили моему клешню. Что-то у нас все кидает, прям бросает, мотает. Как сделать-то? А, во! Сука. А чё ж она сразу-то не пошла? Я штазисом её чекрыжил. Разворачивайся. Куда бежать-то? А, правильно, бежим. Айзек, держись в открытый космос, мать ее за ногу. И она за нами летит. Держись, мужик. Во, баллон есть. Какой-то издых. Или что это было? Или ракета какая-то? Вообще не понял, куда я стрельнул. Я хотел на F нажать, и вроде нажал F, мышка, а оказывается я просто стрельнул. Глава 6. Айзек! Айзек, ты там? Ты меня слышишь? Чего тебе еще? Фу, блядь. Все кончено, все мои планы унесло в космос. Нет, 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 не кончено, пока еще нет. Айзек, Айзек, мы построили эту штуку. Мы можем ее уничтожить. Обелиск, что ли? Стросс, ты знаешь, где обелиск? Он в правительственном секторе. Мы должны идти туда сейчас же. Сейчас, сейчас. Мое время на исходе, как и твое. Стросс, куда тебе понесло? Черт! Дайте сохранение. Что-то там узел, короче, нашел. Вот и сохранение. Этому голову. Ногу отстрелим. Короче, так я понял, мы пришли к этой Диане зря, да? Она нас подставила, и вот получается. По сути-то, они использовали Айзека, да, там, чтобы делать свои потребности. По обелиску там чинить что-то такое. Так, золотишко мы заберем. Значит, телефон вызывает. Так, друзья, давайте я сохранюсь, попрощаюсь на этом. Была серия, в принципе, интересная, но пятая часть очень прям, вот очень пролетела. Скажем так, быстро. Вам спасибо за комментарии, лайки, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всем здоровья, добра, хорошего настроения, всем пока.